Хотелось тоже поговорить особо. Сегодня у мамы очень непростая задача. Мы живем в мире современных технологий. Нужно следить за всем, что происходит вокруг нас. В первую очередь нужно смотреть все телеканалы, смотреть все новости, держать информационное пространство под контролем. То есть я хочу сказать, ты успеваешь еще, кроме того, что работать на телевидении, еще смотреть телевидение, да? Ну, я пока не успела самое главное — быть мамой. Но знаю, как сложно следить за всем, что происходит в медиамире. Наша следующая номинация – «Медиамама». И для вручения премии мы приглашаем на сцену муниципального депутата Москвы, президента Союза автошкол России Александра Викторовича Очкасова. В номинации «Медиамама» становится генеральный директор молодого, набирающего обороты информационно-развлекательного канала ТЭО-ТВ, мама дочери Вероники, Кристина Сергеевна Тамуленис. Ну, я думаю, мы передадим награду. Видимо, задерживается в своем медиамире. Но вы можете поздравить всех пап. Мама – это первое слово, которое говорит человек при рождении. Мама – это тот ангел, когда она уходит на небеса, она смотрит за нами там. А вы, которые живете, да, вам всем здоровья, смотрите за детьми сейчас. Радуйтесь этим, наслаждайтесь. Здоровья, счастья.